Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. И сегодня мы откроем вторую куклу Rainbow High из первой волны, и это цвет оранжевый. Вообще оранжевый очень интересный цвет, потому что до 15 века в Европе его никак не называли. Конечно же, он существовал, и был он красно-желтым, но после того, как в 15 веке в Европу завезли апельсины, решили, что этому цвету нужно свое название. И назвали его апельсин. Сам краситель оранжевый существовал очень давно, даже в Древнем Египте, и он использовался в росписи гробниц. Еще его очень любили в Японии, потому что считали, что он избавляет от всех болезней. И его очень любили алхимики, потому что оранжевый цвет похож на золото. И считалось, что оранжевые красители могут помочь алхимикам получить это самое золото. Ну а давайте откроем нашу красотку и посмотрим, что же внутри. Thank you.
что вторая кукла распакована, я снова в полном восхищении. Это очень красивые детализированные куклы. Оранжевая более нежная, чем красная. Она такая девочка-девочка, и ее цвет от нежно-нежно-персикового до ярко-апельсинового. Очень красивые волосы. Здесь разные оттенки. Есть розоватые, есть оранжевые, такие персиковые, много-много разных оттенков. Волосы мягкие, очень легко расчесываются, сохраняют свой завиток. Передние локоны завитые в лаке, они очень твердые, и их я не причесывала. Наверное, если вы их причешете, они будут такие очень сильно распушенные, и поэтому первый локон я не трогаю, чтобы он оставался вот такой кудряшкой. Вообще, мне в этих куклах нравится все. Мне нравятся их лица, нравятся их глаза, нравится их рисовка, очень нравятся волосы. Очень понравилось тело Rainbow High, такое пухленькое, крепенькое. Очень понравились аутфиты у оранжевой куклы. Больше всего мне понравилась вот эта толстовка с дырой в капюшоне для хвостика. Очень понравилась вот эта платьишко-комбинация. И понравилась курточка дутик, но ее очень сложно надеть, и ручки у нее в этом дутике не очень хорошо двигаются, поэтому пока надевать не стала. Не очень понравились оранжевые сапоги, огромные, длиннющие, просто потому что мне кажется, что под этот образ они не очень подходят, потому что эта кукла очень нежная, а они такие довольно агрессивные, но как раз для таких, как я, здесь есть милейшие босоножки с бабочками, которые вы можете надевать и с носочком, и без носочка. На второй кукле замечаю, что на теле есть какие-то непонятные пятнышки, да, какая-то грязь. И не очень красиво, не очень аккуратно прокрашены некоторые детали. Но на самом деле, учитывая стоимость этой куклы и количество всего, что в этой кукле есть, я думаю, что это понятно, все-таки массовое производство, оно не может быть супер аккуратным, и здесь в любом случае все сделано с большой любовью. Расскажите, кто вам понравился больше, красный или оранжевый? Я пока не знаю, не понимаю, обе очень понравились. Очень все еще нравится их блестящее шиммерное лицо, так красиво это выглядит. И второй раз распаковываю куклу Rainbow High, и второй раз залипаю, потому что не могу доснимать до конца это видео, потому что начинаю переодевать, что-то менять, смотреть, как этот образ, а как этот образ. Очень интересно. И, наверное, если бы у меня в детстве были такие куклы, меня бы вообще было не оторвать от них. Меня и так в детстве было не оторвать от кукол, а тут такое разнообразие. Я буду играть с огромным удовольствием, чего и вам желаю. Не забудьте подписаться на канал и рассказать о нем всем своим друзьям.